Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и мои ручонки решили все-таки посмотреть воочию, своими глазеньками и ручками пощупать, что же такое изменилось в No Man's Sky. Фух, ну что ж, начнем, наверное, режим играть. Ко мне могут присоединиться все желающие, что, почему бы и нет. У меня тут есть уже наработанное, да, когда я попробовал некоторые режимы. Как там удалить? Я хочу начать все с нуля, то есть устроить себе полное... такое уничтожение данных, чтобы я такой, о, че, господи, я не помню, как это делается. Жук, жук, делай жук, 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 жук. Так, все, убираем данный режим. Так, режимы. Стандартный режим, спокойный режим, стандартный игровой процесс, обычные условия сложности. Режим выживания. Напряженная игра, борьба. Выживайте. Ресурсы ограничены. Количество опасностей увеличено. Враги сильнее и агрессивнее. Перманентная смерть. Суровое испытание. Так, обнуляется в случае смерти. Но это слишком круто. Созидание, да? Так, негативный запас здоровья и ресурсов. Играйте и строите свое удовольствие. Истериться ничего не стоит. В творческом режиме нельзя получать достижения. Не, ну давайте стандартный режим. Че, я не буду придумывать трактор или колесо по новой. Посмотрим, каково оно будет. Как оно вообще будет, как оно выглядит, чем оно пахнет. А то я помню, раньше это было ужасно. Я бессмысленно летал от планеты к планете, потом какой-то этот красный шар искал в разных его вариациях. Потом, когда ввели строительство, помаленько поковырялся. И, собственно, этом в свое время интерес угас. А то, как не посмотрю, все такие нахваливают, говорят, вау, Вася, смотри, какая щеткая игра стала, она мега щеткая, настолько щеткая, что этой щеткой можно там подметать, стирать там, да, грязь с окон, например, обмывать, там за Васька вот убирать за моим котом, это щеткостью. Да, Васька, он, кстати, как раз мой кот согласен со мной, подмигивает мне. Вот. Так, загрузка шейдеров. Кстати, да, что-то мне не предложили вариаций поиграться с графончиком. Я не знаю, может оно сохранилось на тех параметрах, которые у меня были на тот момент, пока я еще вообще в это играл. Не знаю, посмотрим. Вау! Что такое запуск? Хорошо, жму запуск. Окей. Точно, атлас я искал. Я и забыл уже. Никоп 14. Минус 60 по Цельсию. Круто. Прям как у меня в родном городе зимой. Так. Ништяк. Ох ты, птички летают. Птичкозавры. Птичкозавры. Это что за говно? А, это дрон. Это остатки моей роскоши, моего корабля, что ли? Спасибо за инфу. Зимняя слабая защита. Флора щедрая. Фауна типичная. О, я замерзаю. Я уж не помню ни хера как. Че нажимать? Это было давно и неправда. Че такое? Че? Перезарядите натрием систему температурной защиты на единый с помощью сканера. Цешечка активировать. Сканер. Тихо, тихо, мужик, погоди. Сканер кинетический. Повреждение, познанный минерал. Анализ. Сейчас проанализируем. Так, чё? А, ферронитная пыль. Ну вот. Пробуйте расстрелять небольшие камни. Ферритная пыль. Перезарядку. Эй, а вот эти камни кто будет забирать? Я тоже хочу их забрать. Что за фигня? Откройте инвентарь мультитула с помощью. Открыли. Это как зарядить? Вау. Все, все, я начинаю вспоминать. Вообще ничего не помню уже. Это было давно, я ничего не помню.
Фух, так, перейдите на трим систему. Активируем сканер. О, О2, кислород. Это что за говно? Что за... А вот натрий, кстати. Можно так собрать, да? Фига себе. Ну и чудовище убогое. Выглядит отвратно. Ай! Ай! Погодь, погодь, не бей меня. Система жизнеобеспечения. Как так? Кислород. Зарядка. Натрий, что там? Нет, погодь. Защита от вредных. Фух. Вы меня не пугайте так. Я думал, я сдохну. Так, за костюм, звездолет. Че я внутри всего чего-то нахожусь? А, общая технологии. Грузяшка. А, вот оно, когда сделано. Ага. А это звездолет. У меня, по-моему, вообще нет. Сколько я понимаю. Он немножечко как бы сдох. Все. Сейчас разберемся. Сейчас, ребят, разберемся. Сейчас я вспомню. Все, что можно вспомнить. И нельзя. А это что? Сигнал звездолета. О, господи, что за говно там не заходит? Следует сигнал звездолета. Получен сигнал. Ага, где-то он там. Ну сейчас мы туда это доберемся. Сейчас я еще вот здесь вот все пособираю маленько. Нажми П. Нажал. Найди нас, услышь нас. Хорошо, я вас услышу. Важные этапы. Окей. Морозный кристалл, путеводитель. Снова журнал настройки. Сохранение. А чё? Почему нельзя в сохранение? What the fuck? Как жить-то? Чё у нас вообще? Монитор первичный. А чё так? Давайте поглубже, чё? Не, ну реально, чё так? Применить. Игру перезапустить. Это потом. Графонистый графон. Вау! Это я пыль, это я понял. Ну, я понял. Отлично. А чё, нельзя это от первого лица бегать? Мне не нравится так бегать. Не кайф. Вообще не кайф. Чё такое медь? Нужен ландшафт и манипулятор. Чё, я этой фигнёй не могу, что ли, расщепить? Фига себе, меня дискредитируют. Говорят, пошёл вон, лошара, у тебя ещё ничего нет. Натрий мне нужен полюбас. Как ни крути. Огромная планета, блин. Как бы коленку не отцарапать. А вот какие-то еще растения есть. Че, их нельзя, что ли, это? Ай, оно бьется, дерется. Сволочь. Че это я с ним? Кислород собрал. Сойдет. Это что за фигня? 5 продвинутый расщепитель им на подавая. Че нет, меня хотят? Я если бомжара. У меня еще пока ничего нет. Звездолет. О, анализ. Анализ чего? А я уж не помню. Что-то был анализ, по-моему. А, анализ визор не установлен. Че за дерьмо? Отстань от меня. Че вообще дерзите, дроны? Пользуйтесь тем, что у меня нет ничего. Я буду долбить вас полностью. Сколько я сил. Умри, несчастный дрон. О, господи, еще какое-то чудовище рядом ползает. О. Снаряды, бац. Что? Вообще, сейчас перезаряжем. Богатое кислородом растение. Это хорошо. Сбегите от стражи. Бегу. Да вижу его. Ай. Боевой страж. Ты же меня не запомнил, да? Это не я. Это не я, отвечаю. Мамой клянусь, это был не я.
Расщепитель у меня слабенький. Эй, парни, отстаньте от меня. Я с легонца просто пошумел. Что, нельзя пошуметь, что ли? Какие нежные. Чё, где моя энергия? Чё за фигня вообще происходит? Меня хотят убить. Помогайте, спасайте. Кто тут есть? Чё за фигня? Я открыл ее, ничего не выпало. Да все, парни, успокойтесь, не возбухайте. Все. Вау. Что-то я опять замерзаю. Что-то мне это не нравится. А, что там? Ваш звездолет. Автодиагностика. Так, хорошо. А здесь они, интересно, меня не ударят, нет? Подключение к атласу неустойчиво. Взлетные ускорители отключены. Пульсный двигатель отключен. Майк за костюм привел меня к разбившемуся звездолету. Панель управления реагирует на мои прикосновения. Видимо, этот корабль принадлежит мне. Да ладно. О, нифига тут фигня летает. Прочитай журнал. Журнал нет доступа. Требует ремонта. Это понятно. Отремонтировать систему корабля. Протоколы саморемонта запущены. Да. Пусть двигатель. Мне нужен герметик и металлическая обшивка. Курочат! Внешняя температура. Тоновая пушка. Блин, я не помню, ну что фигачить. Что это вообще такое? О, фига себе. Навигация какая-то. Клавиша. Интересно. Вау! Все раскурочено. Ну-ка, может они от меня отстанут? Смотрите, отремонтируйте. Сразу, как только от меня отстанут, ребятки. Я еще пока не готов к такому интиму. Да, вроде как... Вроде как они меня теряют из виду. Так, возьму немножко. Всякий пожарный. Че, они отстали? Они меня ищут, это я тоже понял. О, яма. Нет, это не та яма. Давай, беги. Беги, что есть сил, нас не должны убить с тобой. Стража продолжит поиск. Фух. Я еще не готов к такому интиму. Сейчас я это маленько подкачаюсь, тогда пообщаемся. Пока ну его нафиг. Что-то за мной, по-моему, бежит. Все, отстали, да? Активированы. Фух. Да уж, чуть не замочили. Отремонтируйте камеры, этапы, инвентарь, ремонт, принято, используйте несколько этапов. Да я понял. Так, пушку надо сначала скрафтить, потом уже рыпаться на всех тут. Пока что я не готов к этому. Не-не, это зацепливаю. Обнаружить звездолет, создать углю. Нанотрубки. Добудьте углерод из растений с помощью. Углерод. Вон он, углерод. Сейчас добудем. No problem. Так, это продвинутый расщепитель. Это я... А, вот, точно, да, помню, было дело. Назначение достигнуто. Так, расщепитель надо зарядить, кстати. Так. Сжатый углерод. Давай сжатым. Так. Углерод из растений. Еще проверяем, где он есть. О2. Там, кстати, какие-то блоки. Ну, там есть углерод, по-моему, наверху где-то, да? Сейчас посмотрю, что там за блоки. Покормить требуется углерод. Обойдешься. Покормить тебя еще углеродом. Кто бы мне его дал? Кислород. Там тут, кстати, тоже углерод. Мне кажется, или как будто где-то кто-то летит. Ай! Что такое? Кто-то меня... Жухнул, что ли, не пойму. Нифига там какие-то кольца, там какая-то планета. Тихо, я слышу, но не вижу. А, это этот страж шумит. Козлина.
Так. Что там? Требуется Атлас Пас. Зашибись. Где я должен его взять? Калисты. Там тоже он есть углерод. Углеродная форма жизни, он гуляет. С одной стороны. Там вот есть, да, углерод, кислород и натрий. Натрий нам нужен, чтобы не сдохнуть. Так, тогда такой небольшой крюк сейчас сделаем. Тут что-нибудь да наберем. Я так думаю. Так. О, что? Меня обломали. Да я понял, что мало, господи. Я еще давно понял, что не все так будет просто. Боюсь представить, когда здесь будет ночь, какая фигня будет твориться. Это же вообще трэш. Спи, интересно, до наступления ночи это сделать. О, еще какая-то фигня ползает. Понятная. Хе. Однако. Так, натрий. Так, отлично. Что за ямы? О, нифига себе. Что за фигня? Нет, это не собирается. Здесь, кстати, теплее. В яме-то. Не знаю, здесь, наверное, может какая-нибудь радиация есть. Кобальт. Нифига себе. Так. Окей. Ну так, на всякий случай взял, что нет-то. Углерод и анализ, да, требует. Круто. Крутые грибы. Так. Классная эта штучка пещера. Надо запомнить, где она. А мне еще понадобится. Так. Звездолет, звездолет, дружище. Столько далеко он от меня. Я уж не помню. Жизнеобеспечение. Так. Тут дерзкие эти. Так, сканер у нас на перезарядке, да? Хорошо. Пять, это дебильный дрон. А навалим отсюда, не будем с ним биться. По-моему, за этой горой. То, что мне надо офигеть, конечно, это что, пласт такой разбросался. Приколь. Приколь. Местные чуваки летают. Чего вы роду племени? Братцы. Так, где мой звездолет? Хрен с ним. Давай, какие-то нанотрубки надо от меня хотят. Система жизнеобеспечения. Это здорово. Мультитул. Экзокостюм. Понятно. Залез недосягаемость. Поэтому я не могу ничего сделать. Все мило, здорово, только вот я не помню, где я его нашел. Так увлекся бегать от чуваков, которые меня преследовали, что я даже не помню, где он. Так, а уже темнеет. Это не шутки. Это что такое? Вдруг буря начнется. Я же сдохну. Так. Карты нету, да? Шикарно. Дрон дебильный. Блин. Покажи мне, где мой корабль. Я реально не помню, откуда я пришел, куда ушел. Здесь не видно ничего.
Ничегошеньки. Где-то тут вроде он там валялся. Да, вот что-то есть. Какой-то огонь. По-моему, это он. А. Поврежденный механизм. Чтобы открыть. Зашибись. Терминал ввода надо. Хром металл. Понятно. Что-то будет не так-то просто. Так. Окей. Открыть инвентарь. Ячейка. Создать продукт. А, вот она, трубка. И что мне дальше делать? Взлетные ускорители получили критические повреждения. Жми Е, чтобы выйти. Так. Фонарь в инструментах. И... перезарядить снаряжение, вызвать вездеход, инструменты, жесты. Стоите анализ визор. Резервирующий визор. Сдерживатель приближения. Сделал. Все, понял теперь. Ага. Испытательный сдерживающий визор. Интересные места, флору, фауну. А там какие-то кристаллы летают. Это будет интересно анализировать. Парящий кристалл. И чё, как я должен его анализировать? О. Хе. Импульс на двигатель, ферритная пыль. Понятно, продвинутый расщепитель. Так, вот это еще не изучено. Там какое-то образование на камне. А. Это соль. Эй, эй, погоди, ты чё шумишь? Да что? Я просто собираю вещи. Еще оборзившая. Ладно. Офигеть, дерзко, а? Нагло и дерзко. Где он лежит? Вон. Какая-то бегает. По-моему, он не сильно-то меня видит. Надо скрываться сюда куда-нибудь. Как фонарь, кстати, включить, так я не понял. Ну, ладно. Что-то я взял. Окей. Какая обшивка. По-моему, это я уже изучал. А. Так, отлично. У меня что-то хотя бы на визоре появилось. Что-то теперь могу видеть. Сканировать. Страж. Неплохо. Залежи меди. Доступны. Пещера или яма? Похоже, просто яма. Так, ладно, сейчас обшивку починим. Я понял. 5 сек. Кто там опять?
Откуда они все здесь взялись? Бешеные. Примитивно создать металлическую обшивку. Металлическая обшивка. Дело сделано. Откройте инвентарь звездолета, отремонтируйте. Керметик нужен. Ну, а керметик надо еще взять, как-то сделать. Все так просто. Приколисты. Так, а тут есть герметик? Ионная батарея. Так, это по отдельности вроде как есть. Где-то я, кстати, видел, это используется в ремонте чего-то из них. По-моему, вот тут чистый феррит получается и импульсное скопление астероидов. Так, хорошо. Здесь что ли он крафтится? Керметик. Эй, герметик! Ну ёпсель-мопсель. Так, ремонт-ленточный. Чем это интересно, он проведен, все не приклеил его. Герметика-то не было. Критическое повреждение. Работаем с ней без герметики. Я в курсе. И... Так, герметик. Чеки аварийного. Круто. Найдите герметик. Шикарно. Это ж так просто. Иди и найди герметик. А вот что-то мне какой-то аварийный маяк. О. Так. Ну, допустим. Опять ферритная пыль. Типа включена, выключена. И что это за минерал? Диоксид еще падает. Сунный данс, знаете, это обшивка. Пошёл нафиг! Пошёл нафиг! Я здесь спрячусь. Металлическая обшивка готов. Что дальше? Углерод, вы издеваетесь. Вы просто издеваетесь. Недавно бегал углерод, сказал. Мне понравилось. Теперь опять беги, собирай. Добрые люди. Добряки. Тихо. О. Так. Я где-то там видел. Что это такое? Медь. О, нифига себе. Нормально. Так. Углерод нужен. Да побольше. Где-то я увидел. Ай, ай, ай. Мышка, крутись, крутись, я все прощу. Так. Черт, что-то система жизнеобеспечения совсем плохая. Буквально дохну. Так, надо ее зарядить. Только чем? А, вот кислород есть. Все. На. Держи. Так. Ч
Что тут у нас есть? А углерод где? Я не густо. По-моему, этих ребят если убить, вроде они тоже живы. Углеродные формы жизни. Попробую. Что-то собрал. Нет, ну не углерод. Извини, братан. Ничего личного. Извини, браток. Вот друзья тут ходят. Они наверняка обижены на меня за мои действия. Ничего личного. А что за фигня? О, господи. Блин, капец, я далеко убежал. Где гребаный углерод? По-моему, если вот эту фигню уничтожить, она же может дать углерод. По-моему, попробуем. Нет, кислород. Жаль. А деревья, кстати. Точно, деревья же углерод дают. Чё я мучаюсь? Так. Отлично. Ой-ой-ой-ой, уйди. Уйди, противный. Я тебя знаю, ты сейчас по мне шмалять начнешь. После того, как произведешь первые какие-либо анализы. Иди, противный. Я не хочу с тобой драться. Так, я где-то там за холмом. Вроде бы запаркался. Так, углеродные наноблоки. Продукт создан. Что такое вообще? Какая-то фигня, типа, мол. Чё? Усилитель сигнала, что значит? Усилитель сигнала. Строительство недоступно, недостаточно компонентов. Металлической обшивки не хватает. Портативный очиститель. Так. Где там я грохнулся, господи? Они опять запутали меня. Я уже не помню, где я был. От гада. Что творят? Так, ладно. Нужна была металлическая обшивка. Нет проблем. Ставлю. Все. Дальше что? Навигационные данные. Усилитель сигнала. Система постов. Активная навигационная программа. Активный уже элементов улучшения язык. Ценные данные. Окей. Вау! Мощно. А, вон мой корабль где. Нифига, я далеко от него ушел. Ладно, на-ка. Так, что-то там есть, какая-то сопля. Меня все этот дрон хочет. А я могу его разобрать? Могу. Все круто тогда. Так, вон мой кораблик, оказывается, здесь упал. И сейчас надо ориентироваться вот на эту изогнутую соплю. Понятно. Так, у меня этот заряд когда кончается у него. Мультитул. Расщепитель. Давай сжатым.
Это лучше, чем ничего. Так, мне все этот герметик надо найти. Поэтому придется путешествовать, я чувствую. Я знаю, что они против того, чтобы я тут все это собирал. Все, да, я знаю, что опасная погода приближается. Хочу этот разломать. Страж. Страженцию. Маленько. Эх, перегрев допустил. Плохо. Это не есть хорошо. Сейчас с него ништяк выпадет. Надо его, естественно, сразу же раскурочить. И валить нахрен. Сейчас будет писец, как не круто. Буря. Какой еще боевой страж? Вау! Вау! Это веселый Васи. Это вообще веселые ребята. Блин, буря меня сейчас добьет. Если не страж, это в буре. Вот это да. Так, вроде они от меня отстали. Ничего, она не стабилизируется. Меня сейчас утащит. Мне еще капец сколько песочить. Заряжаем. Уф, бежим, 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 бежим. Ждите, останавливание выносливости. Эй, легко сказать. Дождитесь. 530 метров еще. Ёксель-моксель. Да ладно. Утомление, дождитесь. Блин, не повезло мне в эту бурю попасть. Жопа, конечно. Да. В курсе, я в курсе. Чё это и где это? Какое счастье. Буря наконец-то заканчивается. Это прекрасно. Так. Кошмар. Только мне могло повезти с такой планетой. Чё это? Трат. А-а-а! Мне говорят, ты пошел вон отсюда. С такой-то фигней сюда не смеши нас. Приперся. А, молодец. Ну ладно. Окей. Так. Жестко. Тюфрути, тюфрути. Как же выжить? О, аванпост какой-то есть. Интересно, у них там, по-моему, печка есть. Есть два блока. Интересно, они между собой соединены. Фу. Сейчас маленько здесь отсидимся. База языков вселенной. Терминал активирован. Выучить слово. Корвакс. Редкий. Вот, пещера. Есть этот ништяк. В пещере потусить можно. Что это? Голографический архив. Ага. Гздык. Визор. Круто. Теперь у меня есть герметик. Машина оживает и говорит мне: герметик, держи герметик, братан. Так, это нельзя собирать. Ну ладно. Да я в курсе. Тут не все так просто. Интересно. А, да, я могу его ставить, то есть мне не надо новый крафтить. Металлическая обшивка. Блин. Мне капец как интересно будет скрафтить эту хрень. Вот что она делает, мне просто вот интересно. Это я вот так чик. И что он делает?
А, запас топлива. Вот, вывод. Вот, чего? Икс поместить предметы. Ну, допустим, я помещу сюда пиль. В качестве топлива использую сжатый углерод. Чист. О-о-о! Вот оно чё. Начать. Нифига себе. Вот как это работает. То есть из обычного чистый можно получить. Круто. Все, понял. Классная штука, забираем ее. Не эта тема. Это что-то поинтереснее, раньше такого не было. Упс. Маленько увлекся. Так, ладно. Где там наш кораблик? Ай. Хулиган все бьет меня. Что это такое? Это растение. О, всплеск мощности реактивного ранца. Допустим. Спад. Окей. Как скажут. Так, цветочки иногда дают какие-то бонусы, я так понял. Типа бафов. Ну, кстати, такой же цветочек с зеленой системой для костюма. О. Фига себе он душит. Не тратится при этом. Обалдеть. Ай! Ну вот. Да выёживался. Так, ладно. Бежим дальше. Сколько можем. Такс. Фух. Все так просто, да? Какой-то сундук он там висит. Небось, сейчас будет прикол из разряда того, что а хочешь его открыть, а вот не откроешь просто так. Да? Я угадал? Конечно, атлас нужен. Дебильный. Если только вот этот контейнер можно открыть. Че это? Ржавчина. Че и все? Там была ржавчина? Чушь. На. Я рассчитывал на больше. Коли не шутят. Тихо, тихо, тихо. Лети нежно и аккуратно. Так, тримонтируйте импульсный двигатель. Сейчас зайдем в него внутрь. Так, импульсный двигатель, все, теперь я реально могу его отремонтировать. Герметик есть. Готово. Так, он же у нас тоже что-то жрет, я насколько помню. Третий перит. Это общее, что это еще есть вариант? Технологии. Установить технологии. Нет у меня пока никаких технологий. Так, дальше, взлетный ускоритель. Чистый феерит нужен, кстати. Чуть-чуть вот надо, да, и дигидрогенный гель. Фу, говно вопрос. Так, для начала создадим этот гель. Вот он. Так. Готово. Теперь ставим эту бяку. И нам нужно 20 штук этой фигни. Феррита. Ферритовая пыль. Ржавчина. Эй! Я ж собирал. Я помню. Блин, я знаю, что есть чистый, но мне нужен грязный. Так. Чё, блин, собирается?
Эй, собирай пыль и халтурь. Соль. Ферритная пыль. Так, окей. Я надеюсь, он меня сейчас просто проанализирует и сдриснет. По крайней мере, Надежда умирает последней, правильно? Так, почему чистый-то? У меня же есть грязный. Вон там есть несколько вкладок. Козлино. Не, ну главное, реально есть несколько вкладок, но я не могу выбрать. Чё за фигня? Господин Чухня. Так, все. Капец, конечно, переключаться ими. Ферритная пыль. Углерод, конечно же. Нам много не надо. Нам надо там, что там, по-моему, штук 20. Даже меньше. 19. Начать. Все. Его вроде больше не надо. Что такое? Да не надо мне эту фигню. Что-то я оттуда не забрал. Так, все, не шуми, чувак. Все круто. Можно починить тем и тем. Все есть. Отлично. Хвала небесам. Корабль отремонтирован. Так, опасные внешние условия. Фух. Что там, сейф-то прошло, точка восстановления сохранена. Загрузить от сохранения. Ну ладно. Попробуем взлететь, а то я боюсь, что не заработает наш сейф. Что-то неохотно. Фотоновая пушка. Я помню, как-то луч еще был добывающий. Так. А что, животных не видно сразу, когда я так летаю? Ну, дальность прорисовки снижается. В разы. Однако. Тогда поехали отсюда. Евклидова галактика. Это ваше открытие. Корваксы. Нештабильная у них обстановка. Так. Как там можно было переключаться на добычу? Пушку-добычу. Тоновая пушка. Входящее сообщение, чё? Икс ответить. И... Ну. Источник. Так, ты не КЗКТ. Следуй за КЗКТ. Хорошо. Не КЗКТ, мне сказали. Ты КЗКТ или не КЗКТ? Секунду.
Погоди, это же та планета, на которой я был, только просто с другой стороны. 6 часов, нифига себе. А я могу сохраниться на самом корабле, на это? Нифига себе. Так это та маленькая планета. Фига себе. Заходим в атмосферу, однако. 6-ку. Воу. Там что-то огромная какая-то станция. Она токсична. Зашибись. Тоже стражи гуляют. Сломанная технология. Да. Понятно. Новый технологий-ландшафтный манипулятор. Изменил ландшафт, продвинутый форминг, бла-бла-бла, новый уровень. 2 этих и гель нужен на воссоздание. Круто. Погоди, я тоже хочу проанализировать, я так еще не видел. Сохранить и нанести на карту. Отлично. О, какие-то собаки нагуляют местные. Фига себе. Здорово, несчастный. Побежали. Кобальт жует. Фига себе, это что ты? Ого. Прикол. Ну ладно, ребят, пожалуй, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.